За время кампании из Краснодарского края в армию планируют направить 6500 человек. В воинских частях отмечают, что призывники Кубани одни из самых подготовленных в стране. Край ежегодно направляет на службу вооруженные силы 12 тысяч призывников. Это один из самых больших призывов в стране. Очень важно отметить, что качество подготовки призывников очень высокое. И это отмечают те командиры тех подразделений, где служат наши призывники. Особенно почетно и гордо для нас, что определенная часть попадает в Кремлевский полк. Это особо почетная служба, поэтому нам важно с вами сохранить вот тот уровень подготовки призывников к службе в вооруженных силах, ну и, конечно, нарастить этот уровень. А здесь очень важно, чтобы мы подумали, как нам еще, может быть, активнее вовлекать молодежь в занятия спортом, подготовки к службе в армии. Это целый комплекс должен быть мер. Военком Краснодарского края Александр Кузнецов в свою очередь отметил, что подготовил ряд нововведений, которые обеспечат полное информирование о том, как молодые люди проходят службу. Я считаю, что главная задача не только воспитать воина, а гражданина, который отслужит, вернется на родную кубанскую землю и будет здесь трудиться, работать. Будут много нововведений. Это не только отправить служить в армию, но уже мной издан приказ и принято решение, я думаю, вы меня поддержите, созданы рабочие группы, которые будут следить за судьбой наших юношей, которые служат в период становления на протяжении всей службы. Если возникнет необходимость решить какие-то социальные вопросы, будем решать и в семье. Губернатор также обсудил с Александром Кузнецовым работу военкоматов на территории Краснодарского края.